you're actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Enigma Resistance. Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Продолжаем проходить игру Бэтмен Рыцарь Архима. Мы тут разобрались с тайником пингвина, напомню вам. Ну и, наверное, в этой серии вновь отправимся к загадочнику. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, довольно далеко, но в принципе... Не так, чтобы совсем. Я уже отправлялся на то место, но... Нас отвлекли другими миссиями, другими заданиями, помните, да? Пришлось заняться другими делами, но ничего. Мы возвращаемся к загадочнику. Нам надо спасать женщину-кошку. Куда же без нее? Сколько там еще ключей-то осталось? По-моему, 3. Насколько я помню. По-моему, 3. То есть 3 испытания подготовил нам загадочник. Наверняка, как я уже рассуждал в прошлой серии, там будет гонка. Там будет загадка, и там будет опять с кошкой что-то. Еще одна загадка, можно сказать. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная серия. И раз это последнее испытание, думаю, они будут уже посложнее. Ну, в общем, посмотрим. Я вижу, что там на Бэтмобиле нужно вновь заезжать по традиции. Ну, этого я и ожидал. Именно по этому типу построены здесь миссии загадочника. Ну что ж. Надеюсь, что сюда Бэтмобильно сможет добраться. Конечно, да. Залетаем внутрь. Послушаем, что он там болтать будет. A dressed-up strong man playing with expensive toys. World's greatest detective, ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity, and respect. Да-да-да. Это вообще, знаете... Как стенки говорить то же самое Бэтмену. Вот это вот. Понятно, что у него там психологические проблемы, связанные с этим токсином, с Джокером, помните, да? Так, лебедочка, что будем делать? Так, подожди. Сначала должен разобраться. На слив в обоих смыслах этого слова. Поиграем в загадки. Цель этих водных процедур исключительно проста. Понизить уровень воды. Ага. Что делают дома летучие мыши? Вроде как... Так как, спят? Разве нет? Так, нам нужно вон туда как-то попасть. Интересно. Такое ощущение, ребята, что... Ну-ка, подожди. Это не тянется вообще никуда. Вот я вижу, там уже увидел цифры. Это номер 1, там он номер 2, там он номер 3. Нам реально нужно начинать отсюда. Для чего-то Бэтмобиль нам нужен. Логично, да, рассуждаем? Для чего же? Вау-вау-вау-вау-вау! Так. Ну, судя по реакции загадочника, мы что-то сделали правильно? Это серьезно? А-а-а, я понял! Точно, мы же можем передвигаться по стенам. Как я забыл про это? Так, аккуратно. А дальше что? Дальше нам на эту платформу. А-а-а, я двигаю стик, и он... платформа движется. Понял. Так, ну и что? Что дальше? Катапультирование и планирование. Понял. Собственно. И чего? И чего? Бэтмен, ты чего? Сделали же все правильно мы. Или нет? Ну-ка.
Ну-ка еще раз. Спокойно. Ну. И прямо на кнопочку. Импульс пошел. Вода еще спала. Мне кажется, сейчас нам нужно на вторую. Это было красиво. На вторую циферку нам нужно. Кажется, а нет, это третья. Непорядок, вот вторая, точно. Ну и тот же принцип. Чувствую, что да. Поехали, поехали, поехали. Мина говорит, это пошло. Но нет, Нигма так просто не убьет Бэтмена, мы знаем. Ему нужно именно победить в дуэли. Умственный. Я, если честно, сейчас случайно выстрелил, я перепутал кнопку. Оказывается, прострелил, ну, то есть сделал то, что нужно. Ладно. Почему бы и нет? Тихо. Воу-в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 оу. Это было неожиданно. Ну, ладно. Выключим эту дрянь. Так. Понял. Понеслась. Так, я сказал, понеслась. Давай, нападай. Тихо. Иди сюда. Привет. Красота. Иди сюда. Сюда иди. До свидания. Ай. У тебя все, часть плана. Ну что? Идем на третью платформу. Насколько я понимаю, когда мы нажмем третьей кнопки, то нам дадут ключ для кошки. Смею на это надеяться, по крайней мере. Смею на это надеяться. Так, платформа номер 3. I'm afraid you're running several minutes behind my projections. Так, подожди. Чет, я не понял. Как мы поступим здесь? Так, если мы первую платформу, допустим, отгоним до конца, не поможет, да, нам это? Потому что первая у нас и так нормально. Нам нужно вторую отогнать, так, чтобы мы смогли до третьей добраться. Как мы отгоним вторую? Там большой резерв, поэтому думаю, все у нас получится. Так, ладно, тогда просто возвращаемся на вторую. Ну, хоть что-то. Я думал, все будет просто. Эй, 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 эй! Ладно, пардон. Странно, что не зацепился. Ладно, бывает. Так, на второй уровень нам надо и... Получается, что двигать... Двигать нам. Где третья цифра-то? Вот она. Двигать нам вправо. Поехали, поехали, поехали. Так. Еще чуть-чуть. Спокойно. Ой, прям вплотную. Ну, кажется, сделали все правильно. Возвращаемся на третью. Ну, буду говорить платформу. Хотя это не совсем так. Да, несмотря на то, что сейчас у меня 2 часа ночи, я умудряюсь разгадывать загадки. Я думал, сегодня буду тупить как никогда, но нет. Удивительное дело. Давай. Ну что ж, последняя кнопка, я надеюсь. Полетели.
Так, Бэтмен, ты давай только не падай раньше времени. Я вижу там турели, да? Угу. Красный свет. Ну, дружище, это слишком легко. Мы уже это проходили. Мы уже это проходили. Раз. Два. Все, да? Да. Кажется, все. Ну и открылась центральная платформа, на которую мы и спланируем. Ага. Так, ну, собственно, знак Бэтмена, по-моему, да? Три, три. Три впереди, три по центру и третья. Hey, Eddie, can't we play a different game? This one's getting old. Так, это то. Три впереди, три по центру. Ну да. Еще раз удостоверился я. И вот этот ключ. Кстати, вот он, да, обманет, и все, и бу-бум. До свидания, кошка. Два ключа осталось. Два испытания. Говорят, говорит еще что-то, черные кошки к беде. Шесть очков улучшения. Броня раз, броня два. Вот это мы накопили, вот это я понимаю. Еще одна дверь. Так точно. Так, ну все, Бэтмен. Возвращаемся. Без Бэтмобиля мы никуда не уйдем отсюда. Не уедем. Поэтому только на нем. Только на нем. Где у нас там выезд-то? Вторая, вон, первая. Окей. Так, ну что? Справились на ура, как по мне. Been the smartest man in the room, detective, forced to endure the suspicions and mockery of those whose meager mental faculties prohibited them from appreciating that fact. And then you appear in Gotham, dressing up your cognitive capabilities, marginally superior as they are to that of the average hoodlum, in the guise of a crusading hero. And oh, how the people swoon to the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Ну да, очередное испытание. И опять в приюте. Опять, может, какой-нибудь. Хотя нет. Там вот как раз такие испытания вообще ничем не похожи друг на друга. Если вспомнить. Это тоже мне нравится. Так, ну. Что значит выбор задания? Я продолжу. Женщину-кошку зовут Селина, да, если кто забыл или не знает. Так, ну-ка давай. Прибавим нитро. О, обнаружил еще одну мину, но это потом. Кстати, вот люди и машины, которые отмечаются зеленым. Это все связано с загадочником. Их можно трясти, и они нам расскажут, где он прячет свои загадки. Ну, вопросы эти маленькие, помните? Поэтому тоже можно будет этим заняться. То есть с их помощью, с помощью этих информаторов, можно и находить все эти вопросики, и тогда мы сможем загадочника устранить. Но 200 с лишним штук, ребята, 200 с лишним. И все они там, ну, их не так просто достать. Пошли, пошли. Ага, электропол опять, да? Hello again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two half-wits instead of one. Why, that's practically a whole wit between you. Dark Knight,
When you failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse, perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in... Давай приступаем уже, хорош болтать. Угу. Can you get up there? The ceiling? Easy. Давай попробуем. Да, ого, ого. Да ладно, ты можешь и так? Че, серьезно? Ну-ка, а по стенам? Не, по стенам не может. Блин. Это круто. У него липучки, что ли, какие-то на костюме? В любом случае, забавно, забавно. Так, тут была кнопка, да. Возможен ли лабиринт, у которого нет стен? Возможен. Ну, судя по всему, здесь какие-то плитки неактивны. Хотя вроде как электричество везде. А, смотри. Мне кажется, как раз таки можно, ну, сходить с этой кнопки, да. Это у Бэтмена. Это у Бэтмена. Ну-ка, вот чисто попробую. Да, по центру. Так, у кошки буковка Г слева. Ну как, перевернуто, естественно. Так, кажется. Какого? Я же правильно иду. Эй-эй-эй-эй-эй. Тихо, надо просто правильно стоять. Так. Мы на первой. Кажется, вот так. Аккуратно, Бэтс. Еще одна вперед. Так. Понял, кажется. Аккуратненько, аккуратненько. Ага. Так. Давайте вспомним, на каком мы этапе. Мы, короче говоря, на самой левой и на третьей. Понял. Давайте посмотрим, когда она перевернется. Так. Вперед одна, вправо три. Вперед одна. Кажется, вот так. Точно. Так, ну и тут то же самое. Тоже крутится. Давайте напомним себе, где мы. Так, мы всего лишь на второй. На четвертой слева, на второй снизу. Так. На четвертой слева, на второй снизу. Ну-ка, подожди. Давай еще раз, чтобы уже не путаться. Угу. Вправо один, вверх три, влево один. Вправо один, вверх три, раз, два, три, влево один. А... Что-то прибавилось здесь? Так, ну тут буквально чуть-чуть осталось дойти нам до нужного. Ну, получается... На раз, два, три, на пятой. Угу. Не знаю, это моя логика, ребят. Даже не пытайтесь понять. Вправо, вверх нам нужно. Кажется, вот так. Так, здесь все. Смотрим, что у кошки. Кошка у нас... Так. На, тоже на пятой. Ну, в общем, на том же месте, что и Бэтмен. Угу. Влево один, вверх один, влево один. Так. Великолепно. Okay. Что будет еще? Это не все, я думаю. А, роботы уже были. Так. Кошка бьет красных, по-моему. Да не... Ну ты че, куда ты? Красный бей. О, пар... Как? А как? Подожди. А, он становится зеленым? А почему? Ну, допустим. Иди сюда. Иди сюда. Парень решающий. Красота, что была. Отлично. Парень решающий.
Ух ты. Даже так умеешь? А, не-не-не-не-не. Сюда иди. Обожаю. Обожаю наш крюк. Вы его, говорит, почти заслужили. Так, где ключ-то у нас был? Кошка, возьми сразу сама, что ли. Эти ее шлепки были, было забавно, да? Вообще другая манера боя, это классно. Последний ключ. Он трудный самый? Скорее всего, да. Куда нас отправит теперь загадочник? Я уверен, что не здесь это будет. Затолкаешь, куда ты денешься, но надо сначала освободиться. Саботируйте контроллер беспилотника удав, чтобы запустить взрывную волну. Так, не то, увеличивает длительность оглушения врагов. О, взрывчатым гелем. Ну, поможет, я думаю. Выходим отсюда. Подожди, где выход? Выход где? А, вот же. Я уж испугался. Well, how clever the pair of you must feel. How smug. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Да что ты говоришь? The Batman will fail you, because waiting for him beneath Ranelagh Ferry Terminal is my greatest trial. Давай показывай свое главное испытание. Справимся мы. Я даже не сомневаюсь. Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot, but he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And? And I just wanted to say, be safe. Хо-хо. Вон она как заговорила. Пойдем. Кстати, Джокера давно не было. О, только вспомнил. Все условия для романтики. Довольно далеко, кстати. Пора заканчивать игру. Согласен полностью. Поехали. Последнее испытание. Гонка. Я думаю, будет. Или нет? Ее просто давно не было. Могу ошибаться. Естественно. Ну, по-моему, должна быть гонка. Ну, все так было. Все по логике вещей должна быть гонка. Ну, серьезно. Мы выполнили задание с кошкой, выполнили загадку, теперь пора и погоняться. А там все на реакции и на умение быстро соображать. Не уверен, что у меня сейчас это получится. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph. So I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you. Oh, the cat will remain a hostage, of course, a symbol of your failure. Да пошел ты. Останется кошка в знак твоего проигрыша. Бла-бла-бла-бла-бла. Любит он языком почесать. Интересно, где он находится? Я уже вижу, что это гонка, ребята. Я уже вижу. Я чувствую, это не пройду с первого раза. Ну ладно, три круга, помним, да? Три разных круга. Переключение на кружок. Я не буду разгоняться. Поедем осторожно. Погнали. Полторы минуты у нас. Раз, так, направо. Не будем забывать, что если не светится, то неактивно. Так, понял. Красная убирается, зеленая нет. Ага. О, черт, по стене. По стене. Тут надо убирать. Забавно, но получилось. Главное вовремя все это делать. Белые убираются. Фух, слава богу. Я-то уж подумал. Нормально. Так, снова по стене.
Ого. Если тут будут препятствия, будут определенные проблемы у нас. Я думаю, на следующих кругах они будут. Так, спокойно. Безопасные зоны не светятся. Это я запомнил с той гонки еще. Вау, это было круто. Блин, это только первый круг, да, был? Ну, естественно. Теперь у нас минута 20. И круг несколько иной. Справились. Так, ого. Так. Белая должна уйти. Хорошо. Ага, вон оно как. А, и так и думал, что перепутаю сейчас. В уме уже понял, что неправильно делаю, но все равно и поехал туда. Что за бред вышел у меня. Время только потерял. Так, это мы закроем. Красное, красное, да-да-да-да-да-да-да. Нормально все. Вот, я же говорил, здесь будут препятствия. Я же говорил. Тихо, не взорваться. 30 секунд. Снова стенка. Ой, безопасная зона. Помнить о ней, помнить. Великолепно. Великолепно. Вы бы видели, что я творю тут у монитора, как я голову поворачиваю, чтобы пройти это все дело. Какого? Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не будем терять времени. Давай, давай, давай. Фух. Так, ну я уже его потерял. Достаточно много. Не знаю, успею ли уже здесь. Тихо. Не врезаться. Зажало меня в углу. Как это пройти вообще? Да какого? Посмотрите на это. Так, ускоряемся быстрее. 37 секунд у нас всего лишь. Всего лишь 37 секунд. Тут уже вообще ничего не помню. Не переключается. Ох, перепрыгнул. Ого, с какой скоростью все это работает. Ты бешеный, загадочник. Ты просто бешеный. Так, 19 секунд у нас. По-моему, мы не успеваем, да? Последняя стена, кстати. Может быть, и успеем. Тихо. Ах, теперь точно не успеем. Да, ну ничего. Там просто надо вначале аккуратнее действовать. Да блин. Это финальный, тоже финальный вираж, тоже непростой. Спокойно едем, без ускорений. Куда нам торопиться? Я, знаете, почему взрываюсь? А, потому что боюсь упасть. Тупо боюсь упасть. Да какого? А, я только сейчас понял, кстати, что они не в одно место бьют, а приближаются как бы к тебе. Ладно. Понял прикол. Ох, повезло. Я не знаю, повезет ли так же, когда мы поедем уже на время. Попытка номер два третьего круга, ладно. Заставил меня все-таки. Вот здесь вот. Это вообще бред. Нормально. Так, хорошо. Уже намного меньше потеряли времени. Если смотреть, ну, сравнивать с предыдущим, с предыдущей попыткой. Так, ускоряемся здесь. Великолепно. Направо, налево. Помню эту хрень. Дальше ускорение, потому что тут надо перепрыгнуть. Здорово, получилось. А-а-а! Тут не угадаешь, направо она пойдет или налево. Вроде второй раз она идет направо, все, понял. 30 секунд у нас. Вроде должны успеть, если пройдем с первого раза. Последнюю стену, я имею в виду. Вот это вот, да. Спокойно. Хорошо. Кажется... Да ладно. 8 секунд. Давай, давай, Бэтмен. Ну что ж, мы это сделали. О, слушайте, можно наезжать просто колесом. Жаль, что я раньше этого не понял. Так, буковка Z, ну и четвертая снизу.
Do you think he's smart enough, cat? Раз, два, три, четыре. Вот этот тут вот ключ, короче говоря. Here we go. Последний. Кошка свободна. Что за буковка F? That's it. No more. Congratulations, Catwoman. You are now... Чего? Для последнего экзамена? Ты издеваешься? Он издевается. Вот это, да, последний экзамен? А, нет. Финальная комната загадок. Однако, я ошибался. Думая, что это все. Ну ладно. Новое испытание там открылось у нас. Которое я даже внимания обращать не буду. Так, ну что, господа. Вы знаете, блин, если бы я был не уставшим, не упоротым, я бы, наверное, в этой же серии начал. I can summon your sneering features at will. That is when they don't burst unbidden into my brain. I have perfect recall too. I can remember every time you've hurt me. Sometimes I wake up, Dark Knight, to the feel of your hands around my neck, your carbon fiber-coated fists smashing into my solar plexus. How dare you brutalize me? Me! Your intellectual superior. You're better. Me, Edward Nigma, the Riddler! And the world's greatest everything. You're a thug, detective. A bullying emblem of the arrogant notion that might makes right. Come back to the orphanage, where I will end you and the unjust things you stand for. Вот об этом я и говорю. Вернемся в приют. Мы, наверное, уже, ну, если не следующий, то через серию. Просто хочу пока загадочника опять оставить в покое. И полностью посвятить эту серию именно ему. Ну вот, то, что мы выполнили как раз таки. Если бы я не был таким уставшим и сонным, я думаю, занялся бы и финальной загадкой. Но я хочу оставить ее на закуску, на потом, короче говоря. Кстати, по сюжету, я и не замечал, мы прошли 70%, то есть нам осталось немножко здесь. Но мы, видите, вплотную занялись доп-заданиями, которые довольно интересные. Ну что ж, все загадки разгаданы, загадочника, можно вон... К двуликому пойти будет. Ночной летун, кстати говоря. Я думаю, в следующей серии мы, я говорю еще раз, отдохнем от загадочника, займемся чем-то вот этим. А, к сожалению, новые тела мы не нашли. Можно вон разоружать пойти. Можно оккупацию Готэма устранять. В общем, много у нас дел. Можно вон бронированные очень опасны. Погоняться за БТР. Так что дело не в проворот. Спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока.